Мы с завтрашнего дня объявляем каникулы. Выпередили мои питания. Да. То есть мы их переносим, и с завтрашнего дня по 26 число будут весенние каникулы. Весенние каникулы. Поскольку, опять же, дети, родители, проезд в общественном транспорте, нагрузка на транспортную систему и, опять же, извиняюсь за тавтологию, как бы, получается, проблемы накапливаются, как снежный ком. Далее. Тривалість яка? Неделя, неделя, тиждень, она так тиждень. И будет, да, тиждень, да.